23 марта город Буй встречал владыку Ферапонта. Глава Костромской митрополии, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт в день памяти 40 севастийских мучеников совершил божественную литургию святителя Иоанна Златоустова в Благовещенском соборе города Буя. Высоко преосвященному владыке сослужили благочинный церквей Буйского района протоиерей Аркадий Климов, архимандрит Кирион Родионов, иереи Андрей Куков, Сергей Вележанин, Дмитрий Казаков, Георгий Кудрявцев, Павел Бобров. Диаконский чин возглавил диакон Сергей Бахтин. На богослужении молился глава администрации Буйского муниципального района Александр Михайлович Александров. Верующими были прочитаны молитвы о русских воинах и победе Святой Руси. Иерей Дмитрий Казаков произнес проповедь. Богослужитель мучеников, которые, не страшась мучений, подкрепляемые своей верою и самим Богом, претерпели до конца долгие страдания, без ропота и страха, с твердой решимостью остались верны своей вере. За то, что они исповедовали веру в Христа Спасителя, сначала отправили в темницу. Своему же гарнизонному начальнику эти 40 воинов ответили, что не будут поклоняться языческим идолам, так как они христиане и веруют истинного единого Бога. Но хитрый начальник уговорами склонял их к поклонению языческим богам, предлагая увеличение денежного довольствия, продвижение их по службе и так далее. То есть все те мирские блага, которые отнимутся у нас после нашей смерти. Видя, что они не соглашаются, он угрожал им пытками и позорной смертью, но ни один из 40 воинов не отрекся от своей веры. Тогда их бросили в темницу, где всю ночь они пели псалмы, прославляя Бога. И там, в полуночи, воины услышали голос, который сказал им, что претерпевший до конца будет спасен. И они не спали до утра, пораженные услышанным. 7 дней они пребывали в этой темнице. Когда приехал высокопоставленный вельможа, который имел власть их казнить, попытались вновь склонить воинов к жертвоприношению идолам. Но ничего не вышло, все как один они остались непреклонными. Тогда мучеников до утра бросили вновь в темницу. И в эту же ночь Господь их воодушевил такими словами: «Дерзайте и не бойтесь мук маловременных, вскоре бы пройдут. Мало потерпите, законно постражите, да венцы приимите». Такие удивительные слова Господь им сказал в утешении укрепления их. Наутро же, воодушевленные слышанным, они без ропота пошли на озеро, где их ждала мученическая смерть. Тогда был морозный вечер, и вода была ледяная. Святых воинов раздели и оставили в озере умирать до утра. А на берегу была устроена баня для тех, кто одумается и отречется. Всю ночь, терпя жуткий холод и сильный ветер, воины пели псалмы, держась друг за друга и ободряя себя. Через несколько часов один из них, не выдержав мучений, выбежал из воды, хотел укрыться в бане, но на пороге ее умер на месте. Один из стражников всю ночь не мог заснуть, пораженный подвигом воинов, что, терпя такие мучения, они не прекращали молиться. И в 3 часу ночи он увидел яркое небесное свечение, и стало тепло, как лед, и лед растаял, и вода стала теплой. Аглай, так звали того молодого стражника, не понимал, что происходит. Взглянув вверх, он увидел над головами воинов светящиеся венцы. Венцов было 39. Тогда он разбудил всю стражу, сбросив с себя одежду, крикнул: «И я христианин!» и побежал в холодное озеро мучений. Он молился вместе с ними. Он говорил: «Господи Боже, верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». Утром же мучители увидели воинов живыми и решили им перебить голени, а потом сжечь их тела,
чтобы не осталось и следа от пыли. Претерпевая такие мучения, почти все воины умерли, и только один, самый юный, остался жив, ободряемый словами своей матери, видевшей мучения сына. Позже и он умер у нее на руках, когда она несла его на место сожжения. Мучители хотели скрыть останки мучеников, чтобы их не нашли и не поклонялись им, и все кости бросили в реку в надежде на их исчезновение. На третий же день после кончины святые воины явились севастийскому епископу Петру и сказали: «Приди ночью и изнеси нас из реки». И когда епископ с помощниками пришли к реке, то увидели, что все кости мучеников светятся в воде, так что они смогли их все собрать и захоронить. И вот сегодняшнее евангельское повествование, оно перекликается с подвигом воинов севастийской дружины и с теми даже событиями современности, которые мы с вами видим в ближайшие годы и вот буквально недавно. Как Господь над нами руководит и всегда полезно нам дает. Митрополит Ферапонт обратился к собравшимся с архипастырским наставлением. Сердечно вас приветствую в этот особый день, в субботу, первую Святой Четыридесятницы Великого Поста, когда мы по прошествии первых 5 дней, дней сугубо поста, дней нашего сугубого покаяния, приходим в храм, служим первую полную литургию, причащаемся святых Христовых тайн, поздравляю всех со святым причащением. Сегодня мы празднуем память 40 мучеников севастийских, и уже традиционно в течение нескольких лет в этот день я здесь совершаю вас в городе Буя, в этом соборе службу. Святые мученики севастийские – это такая вот святая дружина, есть образ Христовой Церкви. Есть мученики, которые празднуются отдельно, каждый, кто пострадал отдельно, индивидуально. Вот святые севастийские мученики, почитаемые в Церкви, еще раз повторю, являют образ всей Церкви Христовой, потому что это община, это дружина. И мы знаем, что Церковь Христова, все христиане так или иначе являются мучениками. Господь говорит о необходимости несения креста. Крест – это, конечно, страдание, это, конечно, мучение. Мы страдаем, потому что мы боремся со своим грехом. Мы страдаем, потому что Церковь Христова постоянно бывает так или иначе гонима этим миром. Потому что мир греховный, лежащий в грехе, во зле, он не принимает Христово учение, и настоящий христианин так или иначе все время сталкивается с этими вот искушениями этого мира. Вот. И самые-то вот эти главные гонения, они, в общем-то, внутри нашей души происходят, эти мучения, потому что мы постоянно искушаемы чем-то, кем-то. И действительно Господь говорит, что для того, чтобы спастись, нужно отвергнуться себя и взять свой крест. Поэтому каждый христианин, конечно, мученик, но те христиане, которым Господь сподобил, которым как-то так вот сложилось их в жизни, кто-то действительно пострадал именно за Христа, когда требовали отречься, когда прямо вот мучили теми или иными способами мучения. И мы всегда, когда празднуется память мучеников, должны молиться, чтобы они нас укрепили вот в этой борьбе с грехом. Мы боремся не против. Когда я говорю про мир, мы, конечно, боремся не против неверующего человечества, мы боремся против греха, который дьявол через других людей совершает, вынуждает людей совершать эту греховную жизнь. А наша задача стоять в правде, исповедовать Христа всегда. Есть ли гонения, нет ли гонений. Человек исповедует Христа своей христианской жизнью. Человек исповедует Христа перед своими родственниками, друзьями, близкими. Если он проводит христианскую жизнь, это и есть наше мученичество, наше исповедничество, то, на которое нас, каждого из нас, Господь послал, поставил. Еще раз говорю, что кому-то Господь сподобил претерпеть вот такие вот мучения, прям настоящие, полные. Кому-то, может быть, не настолько тяжелые, но тем не менее, каждый из нас должен стоять в вере Христовой, каждый из нас должен нести свой крест, каждый из нас должен претерпевать искушения,
И каждый из нас должен стать победителем, как стали 40 мучеников победителями этих искушений и увенчались венцами. Каждый победитель греха тоже венчается. Господь говорит, сказано в книге Апокалипсис, что побеждающему дам сесть с собою на престоле Отца Небесного. Вот постараемся через пост и молитву, через духовную жизнь победить все греховное, все злое, чтобы увенчаться от Господа и наследовать Царство Божие со всеми святыми. Праздником всех! Спасибо, Господи! Уже традиционно архиерейская служба совершается в городе Буй в день памяти 40 мучеников Всевастийских. В этом году они выпали в самом начале Великого Поста. И я всех поздравляю с этим праздником и желаю всем добре провести Великий Пост, потому что пост и молитва – это главные способы нашей духовной жизни, оружие нашего спасения. Человек, который верит во Христа, человек, который желает жить по-христиански, конечно, должен совершать постный молитвенный подвиг, чтобы преодолеть, победить в себе все греховное. Я желаю нам добро, хорошо, благодатно пройти Великий Пост и встретить Святую Пасху праздником.